Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня снова мы в магазине Fix Price по адресу город Коммунар, Ленинградская область, улица Фабричная, дом 9. Как обычно, приятного просмотра и хорошего настроения! В красивой упаковке с дозатором продается жидкое мыло, причем написано, что это жидкое мыло для рук. Различные ароматы. Смотрите, какая красивая упаковка. Мыло закончится. Можно ее как дозатор использовать для другого мыла. И объем здесь 480 мл. В России, Татарстан, Казань. Значит, есть вот такая упаковочка, тут аромат. И упаковка красного цвета. Уж не знаю, какие тут ароматы. Цена 79. Большая упаковка мыла Абсолют. 300-граммовая. Здесь 4 кусочка по 75 граммов. Зеленое. Давненько не было. Масло чайного дерева, алоэ и бергамот. Активно разбирает зубную пасту Сплат. Обратите внимание, натуральное отбеливание недавно появилось в фикс прайсе. 149 рублей, 125 граммов. Здесь вот осталось всего 3 упаковочки. Только привезли, уже ее, как говорится, расхватали. В коробке продается стиральный порошок Тайд. Аквапудра. Это для цветного белья, для ручной стирки, да, получается, на 3 стирки написана вот эта упаковка. 99 по карте 90. И сегодня привезли точно такую же упаковку, но она уже большая, килограммовая. Та 450 граммов, это килограммовая. И здесь написано, что она на 7 стирок. Только выставили, сейчас повесят ценчик, цена 199. Я вам показывала кислородные очистители в магазине Fix Price, тут их много. И мне написали, что Юля, расскажите, сколько там перкарбоната. То есть получается, чем больше процент перкарбоната в составе, тем лучше будет очищать. Давайте посмотрим. За 99 рублей Окси, 600-граммовая упаковка, здесь написано перкарбонат натрия 15-30%. Маленькая упаковка Персоль, которая 200-граммовая, за 29,50, здесь написано 15-30% перкарбонат натрия. Вот в этом ведерке больше 15, от 15 до 30, в общем, точно так же написано за 199. И еще вот сегодня ценничка, я пока не нашла, только выставили. Еще один вариант. Положили кислородный отбеливатель. 200-граммовый пакет. И здесь прям так и написано. Более 30% натрия перкарбоната. Более 30 получается, что из всех, что я вам прочитала, везде 15-30, да, получается. А вот здесь более 30, прям так и указано. Какая красивая бутылка, оригинальная. Это средство Санитол против засоров. Выставили новенькое. Двойная сила устраняет засоры и убирает неприятные запахи. Хлора не содержит, вот прям как труба сантехническая выглядит. 500 мл Санитол. Компания Гринфилд. Что вообще есть тут еще от Санитол? Сейчас посмотрим. Бутылка. Это гель для чистки туалета за 99 рублей, 3 в одном. Против ржавчины, известкового налета и неприятного запаха, без хлора. 750 мл 99. Уважаемые зрители, хочу сегодня поделиться с вами своим заказом. Товар я сделала на сайте Faberlic. У меня их немного, но очень хочется вам показать, потому что очень-очень достойные вещи. Повторно заказываю термобелье мужское. В прошлый раз я вам показывала. Первый раз на Faberlic я что-то из одежды заказала. Полный восторг. Можно заказывать отдельно, как они называются, вот эти штаны, мужские кальсоны. И отдельно вот эта термокофта. Потрясающе. Все идет размер в размер. У меня муж носит 50 размер, и я заказывала L. Он такой облегающий, великолепный, под брюками, джинсами какими-то спортивными, ничего не видно, на теле не чувствуется. В общем, муж у меня в восторге, можно под рубашку, под свитер, горло такое, да, сейчас еще раз покажу. Небольшой начесик, чудесное, просто чудесное, поэтому я заказала повторно. В составе здесь 74% вискозы, 18% полиэстер и 8% эластана. И за счет того, что здесь вискозы много, вы посмотрите, какая это вещь, она такая шелковистая. Женщины поймут, кто покупает вот вискозные блузки какие-то, кофточки. Значит, вот показываю
такой небольшой начесик великолепно. У меня муж рост где-то 182, и рукав ему прям полноценный рукав. Вы видите, да, какая вот вырез вот горловина, что можно под любую одежду поддевать. Кальсоны также заказала. Состав точно такой же. В общем, если купить два предмета отдельно, то это вот полноценный будет комплект. Здесь нет никаких резинок. Вот. Вот, видно, что это все мужское, вставочка. Здесь вот с этой стороны, видите, уже не утеплитель, а как бы внутри утеплитель. В общем, полный-полный восторг. Хозяюшки, заказывайте мужьям, братьям. Это чудо. Ну, а так как мне понравился мужской комплект термобелья, я решила попробовать заказать себе. Значит, я решила сначала заказать брючки, посмотреть, как качество, как размер. И заказала пока только брючки. Если все устроится, все хорошо, я дозакажу потом вот эту кофту. Значит, здесь состав точно такой же. 8 эластана, 18 полиэстера, 74 вискозы. И, кстати, вот мужской я показала черный, но там, по-моему, еще есть серый. Нужно по размерам смотреть. А женский вариант есть вот такой еще бежевый. Темненький есть и бежевый. На что я сразу обратила внимание, что вроде как состав одинаковый, но комплекты разные. Я заказала S-ку, буду мерить, может быть, мне меньше нужно XS, у меня 42-44. И здесь сами вот эти брюки, они толще, то ли тут мех толще. В общем, они совершенно другого качества. То есть вот эти, они такие более тоненькие, а вот эти уже толстые. Наверное, за счет того, что меха больше, я так думаю. Примерю, видно, что они, видите, вот это место высокое, задувать не будет. Очень хорошенькие. Ну вот я определюсь с размером, какой мне больше, XS или S, и дозакажу себе такую кофточку. И вот так вот с обратной стороны. Здесь не два шва, здесь один. То есть можно под какие-то теплые штанишки. Идеально, мне кажется, вещь вот для прогулок надела тепленько. Ну вот хочу показать, что 44 размер мне просто идеальный. Видите, есть еще место, свободненько, но в то же время все это облегает. Поэтому... Ну, наверное, размер. Я сейчас стараюсь все 44 уже себе покупать. Вот, и здесь вот высокая посадка. В общем, все отлично. Все отлично, я довольна. Ну и также я решила себя побаловать и заказала выпрямитель. Он сейчас на сайте Faberlic с хорошей скидочкой. Мне он понравился по описанию. Сейчас я открою вам все покажу. Ну, как обычно, есть подробная инструкция. Пластины здесь керамические. Индикатор все будет видно и температуру. Значит, кнопка выбора температурного режима, кнопка включения, есть фиксатор и шнур с петелькой, он поворотный. И вот также хочу обратить внимание, что здесь регулируется температура, и я так поняла, что все на экране это будет видно. Видите, вот такой экран. Потому что у меня мой выпрямитель, там просто кнопка, сколько там градусов, вообще непонятно, можно сжечь волосы. И здесь вот я посмотрела в инструкции, что на разный тип волос используются разные температуры. Если волосы тонкие, то использовать температуру включать менее 180 градусов, если нормальные 180-200, а если густые 210-230. Ну, я думаю, что может быть еще зависит от прядей, да. Значит, очень удобно его хранить. Шнур длинный от сети. За счет того, что, видите, здесь вот мой так не сжимается. Мне очень сразу вот это понравилось. Видите, кнопка. Отжал, и он открылся. Зажал, закрылся. Шнур скрутил, все нормально. Вот. Имеется в виду, вот, можно куда-то повесить на какой-то крючок. Вот они, керамические пластины, золотистые. И кнопки. Все очень просто. Кнопка включения и просто регулировка температуры плюс-минус. Сейчас я включу в сеть. Вот, видите, написано 140, 160, 180, 200, 210, 230. Просто кнопочками регулируется и все. Значит, включила я в розетку. Вот, нажала кнопку включения. И вот она, видите, на индикаторе можно выбрать. Меньше, больше. Ну, вот я поставлю, например, на 180 для тонких. У меня волосы не тонкие, но я хочу посмотреть, сможет ли выпрямитель, а то я хочу на 140 поставить. Вот. Чтобы не пережигать волосы на минимальной температуре, возможно ли будет выпрямить волосы. Ну, пластины. О, уже как быстро нагрелись, прям горячие. Мгновенно нагревается все.
Уважаемые зрители, замечательно. Попробовала. Вот впереди на челочке на 140, на минимальной. Замечательно все выпрямляет. И теперь не буду пережигать волосы. Потому что, повторюсь, на моем там вообще непонятно, какая температура. Рекомендую. Стильно смотрится. Обратите внимание, что скидочка. И замечательно в качестве подарка себе и близким. Ну и повторно заказала средство для очищения лица. Это серия «Кислородное дыхание». Нежный тоник для лица. Я его постоянно использую ежедневно. И заказала повторно молочко для снятия макияжа. Пользуюсь постоянно. Отлично снимает макияж. Значит, беру ватный диск, наношу и снимаю макияж. Отлично убирается и тушь, и тени, вот весь ваш макияж. Утром пользуюсь тоником и вечером вот молочком для снятия макияжа. Очень довольна. Уважаемые зрители, ссылочки я не оставляю. Просто набирайте Faberlic в поисковике и переходите на сайт. Если вы зарегистрируетесь, то цены будут ниже. Там какая-то то ли минус 20%, то есть постарайтесь как-то зарегистрироваться. Ну а если вы не зарегистрированы, там тоже очень хорошие цены. Сделайте первый заказ, посмотрите, прям огромные скидки, много новинок, очень хорошая косметика, просто супер. Поэтому от души рекомендую, переходите и заказывайте. В большом количестве привезли камешки декоративные, они выполнены из акрила. Их тут много, возможно, осенние какие-то привезли в прошлом году, всякие листочки, шишки были, желуди. Значит, есть звездочки точно, вот такой вариант. Куда-то их нужно использовать, да? О, эти уже другие цветочки, кто в аквариум, кто в цветочные горшки, там шарики. Наверное, не было осенних. Вот в прошлом году точно были. Я вам показывала вот такие большие часики. Еще думала взять, не взять, но я боюсь, что они шумят. Но в комментариях несколько человек написали, что шикарные часы, крупные, и они бесшумные. Поэтому присмотритесь, цена 399 рублей, это недорого. Я вам говорила, что в магазине, вот в домовом конкретно, я смотрела, там маленькие, по 800. А здесь такие огромные, еще и бесшумные. Все крупненькое есть, посмотрите, и белого цвета, и черного, и пока их тут много в продаже. Ну, в отделе, где салфетки, платочки бумажные, носовые, я увидела салфеточки с осенним рисунком. Очень красивые, стоят они 69 рублей, написано трехслойные, 20 штук упаковки. Значит, есть вот такие листочки цветные, есть тыковки. И также есть салфетки новогодние. Написано акция 87 рублей, 33 на 33 салфетка. Сколько тут их штук? Тоже, наверное, 20, да? 33 на 33. Значит, смотрите, какие еще есть. 20 штук, да. Вот снеговик есть и еще вот такие. Написано акция 87. Вот. В отделе с продуктами продаются крупы. Значит, во-первых, обратите внимание, цены привлекательные. Красные ценники. Серия «Алтайская сказка». Крупа перловая. 800-граммовая упаковка. Написано на 12 порций. Стоит 33. Потом крупа манная. 700-граммовая упаковка. Протеин 14,6 написано. Это пшено. 800-граммовая на 12 порций. Каша пшеная очень вкусная. 39,50. Также есть крупа гречневая. 41,50. Новая какая-то крупная выгода. Сейчас я найду это, кто тут. Вот написано. Мельничный комплекс «Роса», Алтайский край. Кстати, чистенькая. Смотрите, какая хорошенькая. 900-граммовая, 41,50. Есть рис для плова. Круглый. Блюдо для всей семьи. 800-граммовая упаковка. Варить 20 минут. Цена 99. Красный ценник. Мне нужно рис купить. Хочу сделать голубцы ленивые. Вот такой есть рис. 800-граммовая упаковка. Крупнозерный. 87 рублей. И длиннозерный. Зеленой упаковки. 87. Так, вот. Можно прийти в фикс прайс. Забежать после работы и купить крупы домой. Также всегда в продаже макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. Упаковка 400-граммовая стоит 35 рублей. Количество белка 12. Можно брать, не разварятся.
И тут они разнообразные, все по 35-50. Также есть спагетти. Ну, а мы переходим в канцелярский отдел. Обратите внимание, какое количество товара и какой порядок. Очень вас прошу от меня лично, сохраняйте порядок, кладите то, что посмотрели на места, потому что девочки постоянно тут прибираются за покупателями. Даже сейчас все раскладывают, все укладывают. Я, знаете, на что обратила внимание? Вот на эти подставочки для канцелярских принадлежностей. Их можно купить и использовать для косметики, кисти косметические, карандашики. Наверное, я куплю, потому что, помните, я вам недавно показывала подставку, я купила, а там нет такого стаканчика. Вот беленькая есть подставочка. Прозрачные, белые. Сюда тоже можно разложить и помады. Либо использовать по назначению. Это, по-моему, новенькие, российское производство, Саратов изготовили. Здесь черный, есть сиреневый, есть вот такие полупрозрачные, есть вот черный обычный. Все по 99. Красный ценник на классическую гуашь. Коробочка 12 цветов. 174 рубля. Здесь вот посмотрите, расписаны какие цвета. Черный. Ну, а там такие стандартные баночки вот с крышками. Цвет сразу видно какой. Это производитель Луч. Еще есть гамма. 6 цветов. Вот такая коробочка. Стоит 79 рублей. Цвета тут такие. Самый классический распространенный желтый, синий, зеленый, красный. Ну, кому большая вот эта коробочка, можно купить поменьше. Альбомы для рисования давно не показывала. В фикс-прайсе они тут разнообразные. 24 листа, цена 49,50. Листочки белоснежные. Вот, хорошо их подразобрали тут. Есть альбом потолще для тех, кто много рисует. Здесь уже 40 листов тоже. Плотные, беленькие, 40 листов, цена 69. Есть еще какие-то, смотрите, альбом для рисования, лицензия написана, 99 рублей, 40 листов. Какой-то он тут прям подороже, этот альбом. Чем-то, видимо, отличается. Цветной картон формата А4, 12 листов, 12 цветов, стоит 69 рублей. Здесь он скреплен, склеен, вот как альбом. Обложки разные, привезли очень много. Вот они. Здесь лежат. А это что? Это картон белый, вот если вам нужно. 14 листов стоит 62 рубля. И здесь еще продается бумага мелованная двухсторонняя, 24 цвета, 24 листа. Стоит она 62 рубля. Вот. Красная, красная, синяя. С той стороны тоже синяя, видите? Полностью цветная со всех сторон. По 62, тоже обложки разные. Для наведения порядка, вот, по-моему, это раньше в кухонном, что ли, лежало. Лотки для хранения 7 штук за 249 рублей. Кстати, пишите, кто купил, куда вы их применяете. Ну, наверное, в какие-то ящики, да. Мне кажется, хорошая штучка. Видите, как их тут можно и для кухни. Ложки, вилки, и для канцелярии, и для косметики, кисточки все легко крепятся, вот они соединяются. И посмотрите, здесь вот размеры, вы можете замерить ваш ящичек, может какой-то нестандартный ящик стола. Производство Россия, LMR Plast, это хорошая компания. Значит, один лоток, видите, сам по себе большой, остальные уже такие длинные. Вот длинные такие. И есть еще цвет серый. 249 за такой наборчик замечательный. Очень удобный контейнер, стоит 99 рублей. Я вот все тоже присматриваюсь, организацию тоже делаю, чтобы все где нужно лежало. 3,3 литра написано, Татарстан, 3,3 литра 99. Уважаемые зрители, а теперь можно колбасу купить. Как-то раньше продавали, а потом перестали. Вот снова привезли до декабря 24-го. Папа может. Экстра вареная, 400-граммовая. Мясо курицы натуральное написано. Цена 99. Что тут в составе? Филе грудок куриных, мясо куриное механическое, валки, вода. В общем, посмотрите. Это экстра. Такая же упаковка 400-граммовая. Папа может молочная вареная. Она стоит уже 116. В составе свинина, вода, мясо куриное механическое в валке. Белковый стабилизатор. В общем, вот такая. До декабря. Папа может сервелат охотничий. Упаковка 350 граммов. Цена
124. Так, тут что? Свинина, филе, грудок, куриный шпик. Вот так выглядит 124. Папа может домашний рецепт. Колбаса полукопченая. Вот эта упаковка 330 граммов. Это одна такая пополам сложенная колбаса. Что тут в составе? Филе грудок куриных, свинина, мясо цыпленка, бройлера механической обвалки, белковый стабилизатор. Есть еще папа может бекон, бренд номер один, сырокопченый, 140 граммов, цена 116. Все это лежит в холодильнике около кассы. Холодильник около кассы. На верхних полочках продается посуда в коробке. Знаете, такой подарочный вариант. Я смотрю, многие проходят и не замечают. Наверное, потому что в коробочке. Давайте я вам покажу. Очень симпатичное блюдо за 174,50, размер 20x16. Это вот эта зеленая коробочка производства Иран. Стеклянная, под хрусталь. Очень красиво выглядит. Внутри оно гладкое блюдо, видите? Никаких дефектов. Можно даже подарить. Подойдет идеально для конфет, для печенья. Бутербродики положить, хлеб, фрукты. В общем, вещь универсальная. Присмотритесь. 20x16 размер. В синей коробке продается минажница. Осталось всего две. Цена 299 рублей. Размер 31,5x21,5. Вот я достала. Хочу вам показать. Вдруг вы не видели, обычно коробочки не часто открывают, смотрят. Значит, что-то сюда вовнутрь можно положить, в центр, да, в центр. И вот здесь еще 4 деления, всего 5. Гладенькая, приятная, вот эти рифления все снаружи. 299, овальная. Последняя коробочка, это тарелка в виде рыбки. 25x36 у нее размер. Вот, коробка большая, это паша-бахче. В виде рыбки. Рыбные закуски, бутербродики с икрой на Новый год. Рыбка симпатичная. В коробке удлиненное блюдо 33x13, 249 рублей. Это производство Иран. Блюдо стеклянное, как листик, что ли. Все рифления здесь. Ой, какое красивое, посмотрите. Гладенькое. Ну, блюдо вещь универсальная. Для чего угодно. 249. Ну и рядом последняя коробочка. Это салатник. Производство это Иран. Коробка большая. Цена 299. Объем литр 900. Такой вроде классический. Видите, какой рисунок. Как капельки после дождя. Внутри он гладенький. Красивый. И стекло здесь такое, знаете, не тонкое, не толстое, среднее. Ой, как любят такое дети, и даже взрослые. Это игрушка, болтушка, повторюшка. Помните, раньше хомячки были, а теперь различные животные. Повторять все, что ты скажешь, написано. В этой серии милые, смешные написано. Это единорог, собачка. Ой, и котик даже есть. Все будут повторять. Сейчас я открою, посмотрю. Вам понадобятся батарейки, 3 штучки. Хотела вам открыть, показать. Здесь скотч. Я когда заклеена, не открываю. Какое животное на титульной стороне, такое и здесь. Ну, вы помните, да, как хомячок повторяет. Котик тоже есть. Цена 399 рублей. Вот прям только выставили. Вот кто котика хочет. Я бы котика купила. Мне понравился котик. 399. Уважаемые зрители, на сегодня это все. Благодарю, что вы заглянули на мой канал, посмотрели это видео. Обязательно оставляйте отзывы, пишите комментарии. И увидимся с вами буквально уже скоро. Приглашаю вас на YouTube, Руту и Яндекс.Зен. До свидания.